наступает период штормов на Средиземном море. И сейчас вы видите, ну, довольно сильное волнение. Такое сильное, что на пляжах расположен красный флаг, означающий запрет купания. Но и не настолько сильное, чтобы здесь дежурила полиция и не пускала кого-либо на пляж, когда бывает во время сильных ураганов или сильных штормов. И не настолько, видимо, сильно это волнение, чтобы напугать серфингистов, которые отправились ловить волну. Ну, конечно, при приближении к берегу волны теряют свою силу, учитывая еще то, что там везде есть волнорезы. Ну и еще все-таки здесь не океанский берег, а Средиземное море, и глобальных таких волн, как в океане, здесь в принципе нет. Хотя, конечно, и здесь не исключены сильные шторма, сильные волнения и все прочее. Я вкратце расскажу о текущей, как говорится, обстановке в Барселоне. Погода сегодня теплая и даже жаркая, учитывая то, что конец ноября и вот-вот декабрь. Только вот здесь было довольно холодно, особенно по ночам. Но это Средиземноморье, субтропики, тоже же это принимайте в расчет. После дождей здесь вот пришло такое тепло, но затем я посмотрела прогноз, похолодание, само собой, еще впереди. Ну вот, как видите, люди играют в спортивные игры. Я уже и закашлялась, и зачихалась от солнца. Пришлось снять очки, хоть чтобы видеть, что я снимаю, но солнце бьет в глаза. Сегодня до 19 градусов будет доходить, конечно, да, довольно, скажем так, тепло в зимней одежде, но одеты все совсем-совсем по-разному. Здесь можно встретить идущих как людей в куртках, так и несущих эти куртки в руках. Так вот, ну там понятно, человек спортом занимается, потому и, как говорится, топлес это все делает. Здесь по-прежнему в Барселоне, и не только в Барселоне, вообще в Испании действуют карантинные меры. Вы видите, люди идут в масках. Я тоже в маске, поскольку я иду в довольно таком интенсивном людском потоке, я не имею права ее снимать. Спортивные вот здесь команды, это как они, видимо, ну, может, играют друзья, семьи, потому, видите, есть кто-то из них в масках, кто-то без стоит. Вот. Здесь так же, как и везде, я имею в виду Испанию, так же, как и в других странах, наблюдался подъем уровня заболеваемости и возврат некоторых карантинных мер. Ну, что-то кардинально нового по сравнению с тем, что звучало, в том числе и в наших российских новостях, я вам не сообщу. Если кому интересно подробнее, вы можете в открытом доступе информацию найти в интернете. А в принципе, да, все то же самое. Действительно, был подъем. Сейчас опять какие были возвращены карантинные меры. Некоторые из них послаблены, некоторые нет. Конечно, сказалась вот эта вся карантинная ситуация на занятости людей, особенно тех, кто занят в ресторанном, барном, вот в таком бизнесе, в туризме тем более. Все это сейчас весьма для осуществления такой трудовой деятельности проблематично. Вот. Существует здесь, да, как перечень каких-то пособий, каких-то там вспомогательных мер для людей, оставшихся без работы. Они регулярно бастуют, хотят, чтобы эти меры были более, так сказать, ощутимыми. Но это все понятно. Кто-то считает, да, все нормально, вполне себе пособие подходящее. Кто-то, естественно, недоволен каким-то положением дел. Ну, зависит все от того, где конкретные люди работают и каков размер
выплат каких-то пособий в связи с вот такой ситуацией у них есть. Здесь конкретика нужна. В больницах здесь тоже было одно время, когда снизилось количество заболевших. Вернули плановых больных, стали снова принимать, стали освобождать вот эти карантинные боксы, карантин, специальные вот эти отделения. Но потом снова их пришлось расконсервировать. Ну, опять же, так же, как и в других странах. И снова они заполнились больными. Сейчас опять уровень заболеваемости здесь снизился. Ну вот, считает, я думаю, что не без основания считают, благодаря снова возвращенным карантинным мерам. К сожалению, у нас в России сейчас уровень заболеваемости сохраняется довольно высоким, но это еще, я считаю, что связано с тем, что многие региональные власти не хотят вводить ограничительные меры. Но здесь их опасения тоже понятны совершенно. Ну и вот это все тоже сказывается на уровне заболеваемости. Разговоры о том, что и вот в сети, ну про то, что встречается в сети, мы потом с вами поговорим в другом видео на другую тему. Может быть, вы то видео сначала посмотрите, а потом это, я уж не могу точно сказать. Ну вот так вот разговоры такие, что, мол, все это ерунда, никакого вируса нет, и умирают от других болезней. Там столько-то и столько-то, там всякие там приводятся данные, графики и прочее. Я считаю несостоятельными. Понятное дело, что существует многое множество других болезней, от которых в том числе люди и умирают. Но тем не менее считать коронавирус ерундой, я считаю, это, скажем так, мягко говоря, безалаберно. Когда в начале вот этой всей пандемии многие спрашивали, а вот знаете ли вы кого-то, кто болел? Сейчас уже многие отвечают, что да, знаю. И среди родственников, и среди друзей, и среди знакомых. Причем знаю не просто тех, кто болел, да, многие отвечают на эти вопросы. И знаю тех, которые уже теперь и умерли. Вот мы с вами знаем и артисты среди них, если, ну, из знаменитостей, да, брать. Еще какие-то люди, которые чем-то знамениты. Ну и среди простых людей, каждый из вас теперь, я думаю, может назвать таких людей, которые болели, выздоровели, и которые, к сожалению, умерли от данной болезни. Вот, так что все карантинные меры, я прямо убеждена в этом, не являются какими-то, знаете, надуманными или какими-то ненормальными, скажем так. Вот, поскольку этот вирус еще не изучен, его влияние на организм, это понятно, что новый тип коронавируса, коронавирусов на свете много, но вот именно этот, он новый совершенно. И вот пока его ученые не изучат, пока с полной, так скажем, вероятностью медицина его не научит лечить, его игнорировать и делать вид, что это все чепуха, нельзя. Кроме того, я категорически осуждаю таких людей, которые становятся в позу, начинают пререкаться с охранниками, с продавцами, что не надену маску, не хочу я тут, я вам тут не стадо, чтобы как бараны там что-нибудь, ну вот такие слова, знаете, ставят себя выше всех, хотя не понимают при этом, что, ну, они и себя, любимых, также подвергают опасности, и своих близких, если даже такому оратору или ораторше удастся самой избежать заболевания, но она запросто может его преподнести в подарок своим близким, чего, думаю, даже они бы точно не хотели. Вот, так что такова здесь ситуация, и ситуация и в нашей с вами стране, в России. Если по данному вопросу у вас будут вопросы, как говорится, ну, вы можете всегда в комментариях их задать. Если я знаю ответ,
я, само собой, вам его напишу. Ну, по данной теме у меня все. Желаю вам здоровья и хорошего настроения, несмотря ни на какие ограничительные меры и эпидемиологическую ситуацию. Посмотрите, как шторм сюда затекает, в этот волнорез. Только собралась показывать, а показывать-то и особо нечего. Там вдали это камни тоже искусственные положенные для того, чтобы как раз волну и ломать. Ну уж извините, тут впереди меня люди ходят и позади меня, если они вам на время перекрывают изображение. Ничего не могу поделать. Вот, там ломаются волны. Как раз начала показывать. Немножко волнение поутихло. Вы видите, там, где волны только вот ну, до берега доходят через довольно большое расстояние от волнореза. То есть направление волн сейчас оттуда. Вот.